Уважаемые друзья, дорогой Красный Факел, поздравляю вас со столетием. Менялись эпохи, поколения, государственный строй. Красный Факел всегда несет в себе замечательное, светлое, доброе, иногда рискованное. Но вы молодцы. И сейчас, в эти тяжелые, сложные периоды, несмотря на инновации, вы остаетесь в требованиях профессии. Вы поддерживаете форму, репетируете, согласовываете роли и звучание через каждого из артистов. Александр Прокопич, вам терпение в подборе коллективов, в содержании этого замечательного, красивого, знакового исторического здания. Поэтому всем успехов, благодарной публике, благодарных поклонников, требовательных зрителей. Ну и, конечно же, неимоверно красивых откликов. Успехов, успехов и еще раз успехов. Вы молодцы, старайтесь и оставляю за собой удивительную возможность быть вашим зрителем.